До, ре, ми, фа, соль, ля, си, кошка села на такси. Вроде бы предлог он и в русском, и в английском варианте на будет значить, что мы на крыше такси едем. Казалось бы, все логично. Конечно же, to get in a taxi. Только вот это правило не работает с автобусом и поездом. Мы скажем to get on a bus или to get on a train. Если вы не хотите запариваться с предлогами, исключите из своей речи вот это вхождение в транспортное средство. Скажите просто «я взяла такси» или «я взяла автобус, взяла поезд». I got a train, I got a bus или I got a taxi. Только правильнее, конечно, глагол get заменить на take. I took a taxi, I took a bus, I took a train.